Сегодня необычный день. Вы прекрасно знаете, сегодня день Конституции, праздник. И вот в этот такой знаменательный день проходит Олимпиада. Вообще Конституция является не только главным государственным правовым актом страны, но она имеет очень большое и общественное значение. Знание, значит, основ Конституции вам всегда поможет и в вашей дальнейшей жизни, в судьбе. Очень приятно, что действительно вы, избрав каждый свою профессию и свой путь уже во взрослой жизни, все-таки нашли время для того, чтобы принять участие в такой значимой олимпиаде по правоведению, которая посвящена 30-летию Конституции Российской Федерации. Ровно 30 лет назад, 12 декабря 1993 года, была принята Конституция Российской Федерации как самостоятельного государства, нормы которой, конечно, должен знать каждый гражданин, а особенно студенты Далевского университета.